Тревожность вы просто так не победите. И вот почему. Во-первых, тревожность – это просто сигнал, это просто симптом, что внутри происходит что-то не то, и мы не знаем, что с этим делать. Караул! А дальше внутри у вас есть три тонких, не взаимосвязанных между собой видения. И они следующего содержания, что, во-первых, есть настоящее, которое меня-то, блин, тоже не полностью устраивает. Второй момент, что настоящее мое, я же его сама творю и сама создаю, и, получается, сама себе создаю то, что мне не нравится. И вот третий момент, что, блин, будущее это ведь тоже я буду создавать, и значит, я его создам по кальке настоящего, которое мне не нравится, и я этого не хочу. И вот о чем тревога, о том, что вы не хотите, чтобы ваше будущее было похоже на ваше настоящее, которое вам не нравится. И что с этим делать-то? Непонятно, как мне сделать такое будущее, которое будет меня устраивать, что, как в себе изменить, и прям действительно изменить, чтобы оно изменилось, чтобы я производила другие действия и создавала другую реальность. А для этого нужны навыки духовного самоменеджмента, менеджмент своего внутреннего мира, как навык должен быть у вас выстроен, с полным пониманием, что происходит и как этим управлять. Вот.